Бывшая домработница русской примадонны Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о работе у певицы и пожелала им с Галкиным счастья. Как пишет Политека.нет, Людмила Дороднова работала в известной российской певице Аллы Пугачевой 26 лет. Однако после развода Аллы Борисовны с Филиппом Киркоровым, Людмила Дороднова осталась работать в певца. Домработница Пугачевой рассказала, какова певица в быту, вспомнила, как помогала Алле Борисовне воспитывать дочь Кристину Арбакайте, нянчила внуков примадонны. Людмила говорит, что может в любой момент позвонить Аля, но в этом нет нужды. Кроме этого, Людмила рассказала, что очень рада за Аллу Пугачеву и Максима Галкина. А от маленьких Лизы и Гарри она в восторге, пишет собеседник. Гарри и Лиза настолько умны, что с ними уже даже страшно общаться. Все время боишься, что у тебя не хватит мозгов на разговоры с ними. Они же иностранные языки знают, всесторонне развиты. Да и еще, сейчас столько новых слов развелось, каких я и не знаю. Уж не они у тебя будут что-то спрашивать, а ты у них. Алла наконец живет той жизнью, о которой она всегда мечтала и которую заслужила, говорит Людмила. Бывшая работница считает разницу в возрасте Пугачева и Галкина ерундой и желает им счастья и здоровья. Заметим, что Алле Пугачевой 72 года, однако певица не выглядит на свой возраст. Она часто экспериментирует с прическами, стильно одевается. Например, на день рождения дочери своего друга Игоря Николаева Пугачева пришла с очень короткой прической. Певицу было не узнать. В целом она очень похудела, а рядом с мужем Галкиным и детьми выглядит счастливой.